туфля. Вот какая пуговичка. Вот, видите? Всем привет! Сегодня пришла посылочка вот такая нам, да, с Алиэкспресса. Да, и для папиного папы. Да, для папиного папы, то есть для Лизиного дедушки и для моего папы. Да. Нам пришел... Дедушка мой, это и папа моего папы. Да, правильно. Твой дедушка мой папа. Папа твоего папы. Вот так вот. В общем, друзья, нам пришел китайский телефон. Мой папа его попросил меня купить, так как этот телефончик, эту модельку, он видел у своего знакомого на охоте, и он ему очень понравился, так как там, сказал он, большая батарейка, какой-то классный там двойной фонарик, и вообще долго держит батарею. Ну что, давайте скрывать. Блин, я сейчас даже не могу вам сказать, какое там название, но какое-то китайское, чисто китайский бренд. В принципе, вы в описании название прочитайте. Итак, друзья, посылочка нам пришла за 23 дня. Да. Очень быстро. Что-то моя быстро не пришла посылочка. А какая твоя посылочка быстро должна прийти? Ну, две. Две даже? Да. Так, много скотча, друзья. Костюмка давай. Вот. А для меня так. Маска и чипок. Ага. А мы ему палку надо. Да? А мы такое заказывали разве? Вот, да. Я не припомню, друзья, чтобы мы такое заказывали. Ну, наверное, надо будет заказать. Вот. Итак, надеюсь, друзья, здесь у нас не кирпич. Так, давай смотреть уже посылку. Твои разговоры мы будем разговаривать потом. Итак, в коробке больше ничего нет. Да. Упаковано в пупырку. Да. Давай открывать. Давай. Я так только один пупырёк, да? Ну давай, открывай. Наконец-то, друзья, мы стянули пленочку. Такая вот синяя коробка. Теперь у нас с синим камуфляжем. Здесь какие-то горы. Какой-то там маленький человечек стоит, да, типа в горах. Да. Китайские иероглифы. И вот здесь вот по-английски DBEIF. Вот это, в принципе, есть бренд китайский. Ну что, открывай давай теперь. Так, вижу телефон. Слава богу, на почте нам не подсунули какой-нибудь кирпич. Давай, открывай. Вот так, зарядка, телефон и проводок. Все, больше в комплектации особо ничего нет. Даже инструкции, друзья, нет, что я хочу заметить. Так, да, давай посмотрим. Так, я вот это... Ой, папа влезет сейчас сюда, попробует. Так, подожди, давай. Как у тебя был, правильно? У меня, друзья, вот такой вот телефон. Правда, вот я вижу, что экран у него как-то немножко заляпан. Хотя здесь, ну, защитная пленочка есть. Снимем. Нет, не будем снимать. Потом. Потом снимем. Сразу, друзья, клавиша фонарика вот здесь вижу. Да, вот и фонарики два. О, вот это фонарище, я бы сказал. Вот это два лупоглаза. Вот это интересная штука. Да, я... Ну-ка, а давай попробуем включить. Давай. Нет, не работает. Возможно, надо включить фонарик, либо, может быть, стоит... Батарейка. Да, в батарейке стоит пленка, чтобы она не разряжалась. Зеленый такой вот камуфляж. Так, ну давайте, в комплектации у нас еще идет зарядочка. Угу. Откроем ее. Вот зарядочка. Так. Пакетик матовый такой, полиэтиленовый. О, у меня такое белое было. Да. Зарядка, друзья, у нас 5 вольт, 1 ампер. Убираем в сторону. Вот еще одна зарядка. И стандартный провод с удлиненным USB, микро-USB, в общем, штекером. Все. Убираем в сторону. Это опустим. Так, вот этот мусор мы тоже убираем. Так. Будем смотреть телефон. Будем смотреть телефон. Так, сейчас попробуем его открыть. Да. Как там батарейка? Как там потом, батарейка? Да, потом... Ну, вы видите, друзья, в этой стороне, вот внизу, он толще. Здесь толстый аккумулятор должен стоять. Да. Судя по картинкам с сайта AliExpress. Не дают мне разобраться с ним. Итак, на лицевой панели достаточно большой экран. Не знаю, сколько дюймов.
середине у нас оранжевая кнопка. Клавиатура, в принципе, стандартная. Указывал у продавца, чтобы клавиатура была с русскими буквами. В принципе, так оно и есть. Они здесь присутствуют. То есть, все по заказу китаец положил именно ту модель, какую надо. Видим логотип DBEEF. Ужас какой-то. С этой стороны кнопка включения фонарика. Здесь накладка пластиковая, насколько я понимаю. На алюминий не очень, если честно, на ощупь похоже. Шероховатая, золотистого цвета. Здесь аналогичная, но без каких-либо клавиш. Сверху вот такой вот двойной пучеглазый фонарь. Снизу, как мы уже посмотрели, очень туго открывающийся. Ай, на резинке. В общем, двойной тут разъем. Тяжело достать. О. Стандартный USB. Телефон может использоваться как powerbank. И micro USB для зарядки самого телефона. Здесь отверстие, как понимаю, микрофон. Задняя сторона. Большой вот такой динамик. Да, кстати, вот, ребят. Ну, видите, часть вот эта вот выпуклая. Явно там батарейка. И здесь вот powerbank написано. И вот здесь у нас еще камера есть. Заметил, что вот с этого угла есть небольшой выступ. То есть, точнее, углубление, говорю, выступ. Для открытия. Давайте попробуем. Прочно сидит. Так, ну, здесь резинок никаких нет. Явно не влагозащищенный корпус. Так, ударопрочный, какой-то аутдорный стиль. Никаких прокладок нету. Огромная, вижу, батарея. Телефончик тяжелый, кстати. На батарее вот здесь вот имеется небольшой в верхней части выступ. Для того, чтобы нам эту батарею можно было вытащить. Крепко сидит, друзья. Ну да, точно. Батарейка залоченная, в смысле залепленная бумажкой, чтобы не разряжалась. Далее. Вот он, глазок камеры. Матрица стоит. Динамик. Да, там огромный динамик, друзья. Под какой-то такой прям пленкой, ой, даже не пленкой, это какая-то микро-микро прям сеточка, как будто бы пленка. Ну, явно пылезащищенный вариант. Далее мы видим два слота под сим-карты, причем под большие сим-карты, не под микро, стандартные сим-карты, большие, старого типа. И слот для микро-SD-карты. Наклеечка DBEEF. Тяжело выговаривать, я не знаю, как это прочитать одним словом. Модель, как я понимаю, D2016. GSM, все по-китайски, что-то дальше указано. Email и какой-то Smith ID, короче, какой-то идентификатор. Ну что, давайте саму батарею посмотрим. Также логотип DBEEF. Но ее объем, ребята, 13800 мАч. Это в натуре целый пауэрбанк. Некоторые пауэрбанки раза в 3 меньше объема. А значит, 3,7 вольта, 13800 мАч, 4,2 вольта. Что это, наверное, номинальное напряжение зарядки. Это все по-китайски, друзья. Видимо, дата изготовления 2018.03, наверное, как я понимаю, марта 2018, то есть свежая достаточно батарея. Ее тип BP7AX-E3. Ну, конечно, батарея, не знаю, почти пачка сигарет, можно сказать. Компакт, который. Так, бумажку убираем. Ставим батарею на место. Плотно встает. Так, здесь тоже вот какой-то у нас не логотип, а как наклеечка, в общем. Что, закрываем. И попробуем включить. Так, давайте для начала фонарь включим. Ох. Ой, блин, в глаз хорошо светит, друзья. Так. Ну, в принципе, а вы знаете, светит-то он неплохо. Не хуже какого-нибудь простого фонарика.
Лупит, лупит, друзья. В глаз слепит. Вот в коридор свечу. Ну, там у меня бардак, поэтому особо показывать не буду. Ну, нормально так. Мой фонарик китайский, самый, который простенький, на одной батареечке, светит хуже. Так, выключаем. О! Включается телефон. Вот это да, вот это он громкий. Так, вставьте сим-карту, вставьте сим-карту. Ребята, сразу русский язык. Не знаю, видно вам нет, попробую, может, перефокусироваться как-то. Так, погас. Куда нажать? Воскресенье. 00:00. А кнопка достаточно мягкая. Нажмите левую клавишу. Нажмите левую клавишу выбора. А затем звездочка. Ага. Это разблокировка. Все, есть. Пробежимся по-быстрому в меню. Я сам не знаю. Кстати, батарея вот здесь вот такая длиннющая нарисована. И она меньше половины, в общем. Надо будет подзарядить. Так, меню. Меня очень интересует телевизор, если честно. Врать не буду. Давайте попробуем включить телевизор. Выбрать местоположение. Афганистан, Аргентина. Ага. Выберем Россию. Есть ли она здесь? Индонезия, Иран, Италия, Япония, Корея, Лаос, Мадагаскар, Пакистан, Парагвай, Филиппины. Так, о, Россия, друзья. Есть. Мобильное ТВ выбирает. Но у нас симка не стоит, поэтому я не знаю, будет ли оно что-то здесь ловиться. Может быть, он что-то сканирует? Я не знаю, вот какая-то полоса бежит. Бежит, бежит полоса. В общем, ждем. Ждем. Мобильное пусто пишет. Опции. Обновить. Ага. В общем, он опять. Ладно, с телевизором пока не получилось. Ладно. FM-радио есть, друзья. О, что-то шипит. Давайте... От 87,5 до 180 МГц показывает. Ну, давайте попробуем что-нибудь найти. Поиск. Да. Так, может быть, антенну надо выдвинуть? Да. О, друзья! А вы знаете, орет громко, что мне приходится кричать. А как уменьшить громкость? Так, он дальше. Так. Так, я с громкостью пока не могу понять. Он переключает каналы. А как? Да ты выключи шум. Да я не знаю, Лиза, я не знаю, как выключить. Я не знаю, как, друзья, пока. Ладно. Все, выключил. Орёт, вот это да, вот это вот динамика орёт конкретно. Давай. Друзья, давайте пробежимся по меню. Первое сообщение. Центр вызовов. Телефонная книга. Управление файлами. Мультимедиа. Установки. Организатор. Профили пользователя. Службы. FM-радио. Мобильное ТВ и Power. Ну, Powerbank, видимо, включается. Ну-ка, сейчас посмотрим. Power on. Power off. Ага, понятно. Пользоваться им будет мой папа на охотах, на рыбалках. Он любитель этого дела. То, что телефон пришел, он как раз вовремя. Буквально 4 дня назад у папы сломался телефон. И он сейчас вообще без связи. Я даже не могу ему позвонить, сказать, что папа, пришел тебе новый телефон. Достаточно быстро, за 23 дня. В общем, телефон как раз пришел вовремя.